огромный привет, приветствую всех на моем канале PretorRC. И сегодня продолжается дуть сильный ветер, но я все-таки решил тачку выгнать на 4S, посмотреть все-таки максимальную мощность. Я думаю, нужно 100% катать на системе стабилизации. Тачка, конечно же, немножко в снегу, но давайте погоняем, попробуем, посмотрим, что это такое все-таки 4S на этом монстре. Ой-ой-ой, да ты. Зацепа, колеса дует. Ух ты, какую горку. Ох, молодец. Ну он капец как старается. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, на 4S тачка просто. Включая систему стабилизации, интересно. Ребят, знаете, на самом деле она и без системы стабилизации очень сбалансирована. Потому что три дифференциала, все металл, привода. 4S прям действительно едет ровно. Хорошая серва, которая хватает. Да, вот ветер ее подсовет. Да, то она так. Знаете, с такой массой, когда вся тачка в снегу, становится при таких ударах ни капельки не до смеха. Монстр просто ужасный. Всю мощь просто, всю. Обалденный, кстати, радиус аппаратуры, спектр. Слушайте, на самом деле, где лоси были раньше?
Ну что, ребят, сегодня был бешеный Лоси 4S. Вы сами все видели. Наверное, на заднем фоне увидели, слышали. Детские голоса, ну что ж поделаешь, всякое бывает. Дети подбежали, решили посмотреть, что за тачка. В общем, ребят, тачка огонь. Сделаю обязательно итоговый обзор, все более подробно расскажу. Пока все очень нравится, все прикольно. Но, наверное, даже получилось вот так. Очень уж много всего. Да все тут. Все дребезжит, вода всюду забилась. Короче, все, наверное, тут уже хрустит, троит. Ну, не знаю, посмотрим итоговый обзор, что-то тут. Слышите, да? Что-то прям хочет сорваться куда-то вперед. В общем, большая просьба, если понравились монстры, понравилось башить, давайте продолжать. Обязательно пальчики вверх, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Спасибо и пока-пока.